Я не понимаю, она собирается возвращаться или нет домой? Сколько ее уже там нет? Я уже весь изволновался. Дома стою, нет ее. А, вот, прибежала. Кать, ну сколько можно-то дуться? Ну возвращайся к нам домой! Так, мотыга. Что это означает? Что это такое? На арбузики. Нет, пожалуй, не надо. Рыбки надо приходить. Камень, камень, это нужно. Ты меня игноришь? Я к тебе обращаюсь, прям к тебе в затылок обращаюсь. Ты меня игноришь? Возьму чуть-чуть льда. А? Чё? Кто? Ага. Слушай, Кать, когда к тебе человек обращается, даже если ты на меня обижаешься, ты мне можешь хотя бы ответить, а не просто делать вид, что меня рядом с тобой нет. Кать! Грядки сейчас построим себе, чтобы еда была на пропитание. Как она там делается, эта еда? Я же уже не помню. Кать, ты же понимаешь, что если ты себе начала строить вот этот дом, если ты решила от меня съехать, ты же понимаешь, что ты вот это... Ты не выживешь здесь сама! Ты даже грядки не умеешь садить правильно! Умею. Ой. А, правда. Сейчас. Подожди, не мешай! Подожди, вот дичка. Ничего, я выживу. Не выживу. Вот без вас вот таких вот сейчас посадим. Садим, вот. Картошку. Все, я домой. И что, ты долго строила эту подземку свою, бункер вот этот свой? Какая разница? Кать! Ну прекращай, пожалуйста, обижаться! Кать! Я в окно, посмотри слева! Кать! Прекращай обижаться, пожалуйста. Ну всего лишь минус Лиска. Но зато у нас еще столько детей есть других. Ну ты реально сейчас со мной даже не будешь разговаривать. Я остаюсь жить здесь. Кошки мои, ясно? У меня батончик Иван. Ты не имеешь права забирать батончика Ивана. Он мой сын, я тебе его не отдам. Хорошо, тогда я забираю булочку с корицей, Милку, и увожу их к себе в нору. Ой, как им там комфортно будет, вот реально, чё это за дичь, что здесь? У тебя здесь одна кровать, верстак, шалкербокс и больше ничего непонятного. Кать, вернись. Ну вышел из дома. Вернись, пожалуйста, домой, ну хватит уже обижаться из-за такой пустяка такого, Кать. Пустяка, подумаешь, любимую лису убили. Она мне как дочь была. Ну, в смысле, я Милку, конечно, больше люблю, но лису люблю чуть меньше. Но люблю. Но она мне как бы на втором месте. Ну, она почти как Милка, но она не такая, как Милка, но лиса. Но лиса на втором месте, а Милка на первом. Чуть-чуть важнее Милка, чем лиса. Чё ты сейчас сказала? Повтори, потому что я ничего не понял. Я говорю, Милка и лиса, Лиза, лиса, Лиза. Ой, все. То есть у меня никак не получится тебя убедить вернуться домой, да? Вообще никак. Я не знаю, все зависит только от тебя, как бы. О, что тут у нас тут все растет, все засыхает. Да, у нас как бы не только Лиза пропала, у нас еще Филипп Киркоров пропал, как оказалось, в предыдущей серии выживания его нет. А потом, после того, как мы закончили записывать предыдущую серию выживания, мы обнаружили, что у нас еще и Герман кони двинул. Ну, в смысле, лапки двинул. Мы Ацелота своего профукали! Мне кажется, мы вообще всю жизнь профукали. Ты будешь хоть как-то передо мной извиняться или нет? Буду. Пошли за мной. Пошли. Эти троллинги твои уже, знаешь, где сидят вообще? Вот по самое вот это сидят. Где? По самое вот это. Это где? Вот здесь. Как закончилась предыдущая серия? Ну, Лиза как бы упала, да? Ее кто-то столкнул. Кто-то! А после этого ты прыгнула за Лизой, да? Ты... Ну да, я умерла, разбилась. Да, она умерла, потому что, ну, как бы она прыгнула за Лизой, и она надеялась, что она в воздухе как бы сможет схватить Лизу и ее там, я не знаю, спасти, но Катя разбилась. Как только она разбилась, она моментально вышла с сервера. Поэтому, Катя, ты, в принципе, даже не знаешь, что дальше было, да? А что может быть дальше? Все, иди показывай мне могилку Лизы. Пошли за мной. Она на втором этаже. Короче, поднимаемся через лифт. Давай, я первый, ты за мной. То есть мне сейчас ждать, пока в меня вот этот шалкер плюнет, да? Да. Сначала отойди, пускай в меня поплюет, потому что я сейчас сигану вниз, если он... Вот еще. Ай! Аккуратно!
Давайте, пацаны, поднимайте, поднимайте. Я уже почти забрался сюда. Кать, ты давай за мной. И где могилка? Вот, кстати, могилка Лиски. Так, Кать, иди сюда. Стой. Подожди, я лечу, подожди. Ёханый бабай, да успокойтесь вы уже, я сейчас реально в космонавтике. А, еще и фантомы, здорово. Ну давай тогда воздушная битва нафиг. Да что, блин, происходит? Ты мне покажешь могилку Лиза? Я вижу Лизу. Это наша Лиза или это... Кто упал? Кто пропал? Какой ненормальный... Ядрёный пельмень, пацан. Не, это... Да все, я так больше не... Это чья Лиза? Это наша Лиза или это подставная Лиза? Лиза... Лизочка, я плыву к тебе, я лечу к тебе. Только, пожалуйста, давай сейчас не сигани вниз, вот стой здесь, давай я ее сразу же возьму на поводок. Так, Лиза, иди сюда. Не падай, пожалуйста, вниз, давай, не надо падать вниз, все, она спасена, все, иди сюда, Лиза. Подожди, ничего не понимаю, Елизавета написано, это наша Лиза, вот хвост узнаю. Что за дурдом происходит здесь, объясняй давай. Ну, Кать, если ты сомневаешься, то я... Даю тебе слово. Я перед тобой отвечаю, то что это наша с тобой настоящая Лиза. Лизочка, ты ж моя рыжая душа. Это ты, я так скучала. А можно я за яйцами схожу и за курицами, чтобы она покушала, а то она так голодная. Давай, сходи за яйцами, давай. Главное куриными, Кать, ты же разобьешься, к черту. Иди давай, что Лиза ждет? Сейчас, я принесу так много яиц, чтобы вылупились эти цыплятки. Чтобы она прям все откушала себе, все, что только можно откушать. А так, берем 16, еще 16 яиц, еще 16 яиц. Лизочка, тихо. Так, тихо. Как так? Вот так. Жива? Я жива? Тут? А, о. Давай, яички, прошу, корми! Яички, подожди, яички, погнали. Раз, ой, не так. Раз, вот так. Давай, я хочу, чтобы ты покушала за все эти дни свои счастливые. О, ешь! Давай, Лиза, давай, пошли на охоту, открываем охоту на цыплят, давай. Лиза, ну чё ты? Еще. И давай, кушать. Давай. Ты смотри, она уже у тебя одно яичко староты взяла. Давай еще вот эту забабахай, будет хорошо. Вот! Узнаю свою Лизочку, маленькую. Все, ты видишь, она жива. Я специально хранил эту тайну. Я специально не говорил ни на стримах, нигде не говорил то, что Лиза осталась жива. И ты только сейчас это узнала. Когда решила съехать от меня вот туда, в эту свою халупу подземную. Все! Так, подожди. То есть это была подставная Лиза, не настоящая. А наша Лиза пряталась просто где-то, да? Как ты с кошками меня троллил. Ты, в принципе, как ты меня всегда троллишь, да? Нет, это настоящая Лиза сиганула вот оттуда, с того блока, и просто выжила. Это была настоящая. Так как такое возможно? Так, Лизочка, давайте вы вот здесь побудете, вот здесь. Поохотьтесь, пожалуйста, на вот этих куропаточек. Вот главное вниз, не падайте с башни. А я, Кать, попрошу тебя залететь вот туда, ну, в смысле, на самый верх, вот туда. Подожди, ты же ребенка оставляешь, она сейчас за курицей полетит, и все, и улетит повторно. Так, ладно, шалкеровый ящик, сейчас подожди, у меня здесь, ага, еще один вот этот есть, и дубовый заборчик у нас вот так. Лизочка! Вот сюда! Все, она больше никуда не улетит, она будет вот здесь привязана к этому, к забору. Так, все, Кать, нам нужно на самый верх туда забраться, поэтому давай, полетела. Что с Лизой-то происходит? Ну что, как бы обрадовалась, маму свою тебя увидела, поэтому радостная прыгает. Все, давай, полетела! Ой, Лиза, инфаркт просто. Пойдем куда? Наверх! Все, молодец, встречаемся вот здесь. Опа, вот так, спускайся. Я тебе сейчас раскрою все карты мои, все тузы из рукавов вытащу и покажу, как это было. Бери давай, руку. Давай, бери. Восстановим происшествие того дня. В левую руку бери тотем вот это, давай. В левую, это вот сюда? Да, все, остановись вот сюда. Вот, и до свидания, дрить колотить.
Выжила? Выжила, да? Выжила. Если ты не знала, на самом деле я сам не знал до последнего момента, мне сказали просто то, что лисы берут свои зубы все, что плохо лежит на земле, так же, как и тотемы бессмертия. Поэтому я лизочке выбросил тотем бессмертия, столкнул ее, довел тебя до маленького такого инфаркта, а она-то в конце, получается, выжила. Вот и все. Фу, блин. Ну зачем так пугать человека, скажи, пожалуйста. Ну зачем так пугать? Все, давай, жди меня, я сейчас спущусь! Ну, иногда и у меня такое бывает, да, туплю. И ты где в итоге? Дома. А, ну, вижу, вижу, сейчас. Все! На этом наша ссора как бы закончена? Слушай, нет. Кать! Ну, да, ну, Лиза жива, ну, да, мы как бы кокнули в итоге, получается, Филиппа и Германа. Ну, мы потом новых найдем. Ну, чё ты обижаешься-то? Я теперь с этого дня живу в своем доме, у меня свой огород, а ты меня больше до инфаркта не будешь доводить, ясно? Все, спокойной ночи. Хорошо, хорошо, спокойного дня. Ну, Кать, у меня есть еще один маленький такой запасной план. Маленький. Кать... Запасной план, говорю, у меня есть. Ну какой? Я тебе в качестве извинений что-то построил. И я тебе сейчас хочу это показать. Еще никто не видел мою постройку, ни ты, ни подписчики, никто. Только я, конечно же. Ну и что, это камера пыток? Нет, но там все хорошо. Там очень ярко, красочно и там очень хорошо пахнет. Это болото, да? Нет, там пахнет красками и кожей. Хорошо, там есть хотя бы что-нибудь розовое и фиолетовое? Там практически все розовое и чуть-чуть фиолетовое есть, да. Не знаю, я как бы обижена на тебя, но очень интересно, что ты там подготовил. Ну тогда следуй за мной, пошли. Я очень сильно надеюсь, что не только тебе, но и всем подписчикам, вот тебе тоже, я очень сильно надеюсь, что вам это понравится. Пошли, Катюха, за мной, давай. Иду. Я решил построить это на месте мертвых големов, на месте мертвой вот этой железной фабрики нашей. Обернись и иди задом. Давай, задом ко мне, задом. Я строил это прям очень много. Я в этой постройке задействовал те блоки, которые я еще никогда не крафтил. Бетон. Я даже не знал, что его можно делать. Все, давай, задом, давай, вот так и продолжай идти, давай. Там плохая атмосфера, там плохая карма. Не хочу, чтобы там был мой подарок. Кать, сейчас ты все увидишь и поймешь, то, что ничего там плохого нет. Стой, подойди сюда ко мне, куда, сюда, подойди. Давай, на меня. Отлично, тут еще и кладбище големов, а там сзади подарок, да? Да. На счет раз, два, три берешь и оборачиваешься. Давай, три. Катя Крафт? А что это такое? Короче, учитывая то, что мы с тобой читаем все комментарии подписчиков, все же комментарии читаем? Читаем. Вот, я в комментариях прочитал идею одного подписчика, который написал, что, мол, Эдисон, Катя же очень сильно любит крафтить для себя всякие там красивые розовые вещички. Поэтому он предложил, чтобы я ей... подарил личный магазин одежды, где она может что-то производить и творить. Тут у тебя 6 стоек с броней, не покрашенной броней. Ты можешь их просто покрасить в любой цвет, который только хочешь. Это твой подиум, чтобы ты здесь вот эти демонстрации, модные показы устраивала. Здесь у тебя сундуки, здесь у тебя основной сундук вот здесь. Здесь я тебе даже подготовил еще вот, ну... Тут красители всякие разные, белый, черный, коричневый, оранжевый, красный, зеленый, фиолетовый, бирюзовый, серый, розовый, желтый, коричневый, лаймовый, светлый, серый. Ну все, хватит! Короче, здесь у тебя вот эти тумбочки, здесь у тебя вот здесь, чтобы стирать одежду. Вот там дверь, но вот в эту дверь секретную лучше тебе не выходить, потому что я там еще не достроил до конца. Кать, не надо туда выходить, не надо туда выходить, сейчас вниз упадешь! Ну да, дырку я эту еще не застроил, она все же огромная, но потом застрою. Все, давай возвращайся сюда. Здорово.
Ну вот, короче, вот такое место тебе для творения. То есть это твой личный магазин. Магазин Катя Крафт. Приходите, покупайте все от платьев до трусов и носков. Только здесь. Это просто чудесно. Это, наверное, самый лучший подарок, который ты мог мне сделать. Катя Крафт. Ну, я рад, что тебе понравилось. Ну, а чтобы все подписчики поверили, то, что ты настоящий дизайнер одежды, я тебе предлагаю задействовать вот эти красители в сундуке и один комплект одежды. Я сейчас выйду на улицу, ты покрась все так, как только хочешь, я приду, и ты покажешь здесь свой первый модный показ, а? Отлично, давай. Все, давай, я жду тебя на улице. Точнее, ты меня жди на улице. Ну, точнее, я сейчас, короче, вернусь, давай. Ну шо, ты готов? Ну, вопрос, ты ли готова? Я могу туда заходить? Да-да, у меня отличный прям вообще лук получился. Ну, давай. Показывай, Катя, свой модный показ, давай! И погнали. На мне лук. Огородницы. Лук огородницы, ведь скоро сезон. Весна, все будут сажать морковку, картошку, свеклошку. И макарошки. Черные ботильоны сделаны из резины, чтобы не пачкать грязью. Ага. Лопата. Лопата алмазная, но это больше как аксессуар. Давай к аксессуару не будем. Давай одежду. Итак, идем далее. Рубашечка и штанишки сделаны из плотного брезента, чтобы не поцарапать, не продырявить. Цвета сочетаются между собой, фиолетовый и зеленый. Ну и, конечно же, вишенка на всем этом торте. Светло-розовый шлем. Светло-розовый шлем. Светло-розовый шлем. Ребята, давайте похлопаем все комментариев для нашего нового, единственного в этом мире... модного дизайнера одежды Екатерины Попичной Крафт. Катя, я тебя поздравляю с открытием. Это просто нереально крутой какой магазин. Я буду сюда приходить каждый день, и ты каждый день будешь здесь шить свою одежду. Поздравляю, Катюха. Спасибо, спасибо. Я принимаю поздравления. Поздравьте меня, Катя, не надо. Спасибо. Ну, раз такая возможность мне выпала, подвинься, пожалуйста. Как бы не только у Екатерины Крафт есть свой личный магазин одежды, у меня тоже есть свой личный магазин одежды, где выходит мерч со мной и Катюхой. Да-да-да, мы, кстати, вместе цвета подбирали. На сайте всемайки.ру есть самая разная одежда, которую ты только можешь себе представить. Любишь Майнкрафт? Вот тебе Майнкрафт! Любишь Фортнайт? Вот тебе Фортнайт! А я люблю Эминема, ну, рэпера такого, поэтому именно с ним я себе и заказал вот эту футболку. Так что ты можешь заказать себе одежду со своим любимым персонажем, даже со мной, потому что мой с Катей мерч там тоже продается. Опа! Опа! Оп! Вот! Ну а если хочется чего-то необычненького, попробуй собрать свою одежду мечты в конструкторе вещей. Мне кажется, должно получиться очень прикольно. Ссылка на все майки есть в описании, а еще там, кстати, есть мой промокод, который дает 15% скидки на любую покупку. Поэтому ссылочка в описании, она там внутри, внизу, в смысле, вот она тебя там ждет, посмотри, прям только тебя ждет. Вот это вы. Внизу, короче, вот туда. Все, ладно, Катюх, пошли давай домой, у нас еще очень много дел. Стоп. Там новое обновление Майнкрафта вышло, мы с тобой опять отправимся в одно место. Пошли, нет времени. Ну финалочку. Ну давай финалочку, хорошо, Фирменную финалочку давай. Поехала, давай, тряси бедром, ляжку направо, ляжку налево, давай, ногу, выдирай вперед, ногу, более, давай, более ногу вперед, давай, более. Ой, как идет, как настоящая модель. Так, сейчас моя очередь, да? Давай. Да, давай. И... Пошел, поехал, трясем крылышками на разные стороны, вот так, жалко, конечно, то, что... Ты похож на модель Виктория Секрет, ангелы Виктория Секрет. Жалко, конечно, то, что у меня личного своего комплекта брони покрашенного нет, но Катя вроде как пообещала то, что сделает мне в следующей серии. Трясем, одним местом, трясем, пошли, так... А сейчас все вместе, и... Пошли, давай, головой,
Хватит. Что ты за... Мы танцуем, мы поем, мы трясем своей булкой задним-задним батальон. И налево, и направо, модельеры, мы с тобой. Ой, залипание клавиш, подожди.